Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кейси Диман, а также Юрка, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Прыжки через всю карту». Здорово, народ! Да, ребята, сегодня мы попытаемся прыгать на обычных, рандомных, случайных тачках и перелететь всю карту. На первый раунд у нас будут вот эти два автомобиля. Как мы выяснили недавно, вот эта BMW летает очень хорошо. Мы проверяли ее с несколькими тачками, она даже перепрыгнула Magnum, поэтому сегодня мы проверим ее с Теслой. Возможно, перелетит или же проиграет ей. Ну а также, ребята, хотелось бы сказать, чтобы вы обязательно проверили подписочку на канале, а также, ребята, поставьте колокольчик со всеми уведомлениями. Иначе процент там очень малый, поэтому многие как раз таки и жалуются, что ролики у них не публикуются. Ну а для начала, братан, что я предлагаю тебе тогда стартовать, вот, и погнали. Смотрим, давай, кто будет дальше. Смотрим, кто будет выше. Смотрим, кто будет лучше. И да, друзья, у нас получается уже 200 было. Но на самом деле у Юрки на трамплине мы там 2300 разгоняли, получается. Вон летит Тесла, друзья. Это у нас будет жеребьевочный раунд. То есть, кто победит? Да, действительно. Офигеть. Выше, да. Офигеть, да, ребята. В итоге, получается, Юрка будет спавнить 3 тачки, а я буду спавнить, к сожалению, 2. Ну и BMW, да, это ее, в общем-то, результат. Вот так вот она и летает. Ну, могла, конечно, уже чуть выше еще полететь. Очень хорошо, на самом деле. Ты там возвращайся, потому что, мне кажется, ты сейчас тупо крашнешься. Где ты? Ну да, в принципе, она сюда и летает. Ладно, ребята, в любом случае, Юрка спавнит, как я уже сказал, 3, я 2, погнали на первый раунд. Мы продолжаем, ребята, и смотрим, что мне выпадет киллик Юр! Нормально. И, кстати, летающий еще и Додж. А сегодня будет серия максимально... летающий Додж? Офигенная, ребята! Потому что у меня сразу что-то крутая тачка. Ну давай, пробуй, смотри. Но в любом случае, ребята, это мой экстра балл, потому что, ребята, вот с этой тачки мы уже будем смотреть. Точнее, с этого раунда будем смотреть, кто будет прыгать дальше, тот и будет зарабатывать экстра. А также, ребята, надо набрать как можно больше баллов. А вот. Че ты меня думаешь, догонишь? Я тебя перегнал, но. Пожалуй, уйду я отсюда. Пожалуй, уйду я отсюда. Гели, конечно, полетел, но я бы не сказал, что так клево, как он мог обычно прыгать. А ты вообще где остановился? Ты уже падаешь? У него максимальная скорость 1900, а летит он на рублевку так, поэтому. Ну, кстати, по скорости, конечно, клевая тачка, но за то, что она не летает, это, конечно, обидно. Но у меня, ребята, получается, перелетаю я, конечно, гору, в принципе, с запасом, но не таким, как хотел. Хотелось бы любой Магнум или там еще какая-нибудь летающая тачка, и у Гелика не будет никаких шансов. Оставляем его над как раз таки островами, ребята, переходим ко второму раунду. Итак, ребята, у меня уже 3 тачки, у Юрки 2, так это мы не считаем прицеп. Используем мы, в принципе, только аддоны, поэтому все вот эти машинки мы будем удалять. Ну, это я сразу удалю, пожалуй. Так, это что у нас? Это Меркурий. А вторая машинка... это точно не летает. Рискуем. У меня даже нету нитро на этой тачке, поэтому мы быстренько сейчас ставим, пока Юра выбирает себе автомобиль. Ну, интересно будет, Меркурий или же чит Регера. Давай попробуем. В принципе, Регера летит, как я знаю, вроде бы до стройки. Что покажет нам Меркурий? Ничего он не покажет. 1000 всего лишь. Ну и что это было? Ну и что это было? А куда летит-то? Ой, а чё она так резко-то вниз пошла? Подожди-ка. Её? Подожди-ка, у меня чё, есть все шансы, что ли? Но подожди-ка, я туда же падаю. Я туда же падаю. Не вижу тебя. Ну, плюс-минус, я дальше. Ты дальше. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, я дальше, ну, серьезно. Ну, тут на полкорпуса, потому что у меня, в принципе, идет вот так вот. Если вот так вот мы смотрим, в принципе, по этому, то я на пол корпуса дальше. Прям вот-вот, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Отлично, ребята, 2-0 уже у меня в кармане. Мы отправляемся на третий раунд. А я-то думал, что на Меркурии я проиграю. Ну, нормально. На самом деле, первая тачка. Тогда было более подробно, конечно. Ну ладно, мне не жалко. Так. Мне тоже не жалко. Поэтому, братан, мой балл. Буду я еще баллами раскидываться. Ага, радикал. Это что за хрень? Ну, это обычное... Да, 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 Range Rover и Бук. Да не прыгает. Скрамжит, но скрамжит мы не считаем, ребята. Это что у нас? Камара СС и... Вылет, обожаю. Ну и спавним мы третью тачку, получается, это Мини Купер. Можно было, в принципе, не спавнить. Ладно, ребята, выбираем, наверное, все-таки Камара СС, потому что у меня даже на нем нету нитро. А Юрка уже полетел. Юрка уже полетел, что ты понимаешь? То, что нитро нету. Понимаю. И я... Что у тебя... Что там за тачка была-то?
Не обратил внимания. А, Шкода летает вроде бы как. Да, неплохо. Сколько она тебя разогнала? 1300 с копеечками. А, не, ну куда? Камар СС всего лишь разогнал 1000, ребята. И я так полагаю, это будет... Ну хотя подожди-ка. Я под мозг бомжам чуть ли не попал, но отрикошет его назад. К друзьям к своим, к старым. Я понял. Я, собственно говоря, понял, ребята. Я в итоге... Старых друзей не бывает. Ладно, хорошо. Не буду спорить. Но я в итоге, ребята, приземлился на груве плюс-минус. Это такое себе. Я еще портвейда купил. Твоя возрастная аудитория. Как горчик сидела. Понимаю. Макларен первая моя тачка, вторая Кока-Кола. Понял. Так, а я в итоге что? Против кого буду тут сражаться-то, а? По баллам у нас получается 3-1, и у нас идет пятый раунд. Стонмартин интересный какой-то. Или 3-1. 3-1 вроде бы, если не ошибаюсь. Или 2-1. Юрка, помнишь? Не знаю, не считал. Пускай будет 3-1. Твоего мозга занятие. Мою пользу 3-1, я согласен. Нет, мою пользу 3-1, и при этом Макларен разогнал всего-то 1100. А почему? Ну, прыжки 960, как меня это бесит уже. 1300. Опять. Почему он не может прыгать, эта машина, с нормальной скоростью и не терять ее? Я понял, ребят. У меня, в принципе, та же самая история, что и в предыдущий раз. Давайте лучше за Юркой понаблюдаем, куда он там приземляется-то. А это новенький, кстати, Астон Мартин. Это новенький. Но при этом Совр на 1300 улетел до магистрали, это до церкви так. Ну, понимаю. Ладно, ребята, 2-3 по баллам, или же 2-2. Давайте, пускай будет 2-2. Я не знаю, честно сказать, потому что я сбился из-за этого вылета. Снова у меня две тачки, у тебя три. Опа! И при этом мне падает... Что опа? Фикс-рей, серьезно. Что опа? Так, демон? Мне хорошо, да. Так, это мы не будем считать, как за тачку это летающая хрень. А, можно, это пожалуйста, не тот, машину? Возле не прыгнет. Да чтоб тебя! Да, нет, ты у меня на машинке катаешься по кругу. Давай вылазь. Ну, а вторая моя тачка, это у нас... Мы это считаем? Это какой-то сломанный трактор, что ли? Ну, он прыгает, просто колеса у него экстремные, но я прыгал на нем. Ну ладно, давай, короче, тогда прыгнем на нем, потому что на Lexus я тоже прыгать не буду, кстати, это тоже не такой себе. Хороший Lexus, погнали. Многие из вас мне пишут в комментариях, я, ребята, все комментарии стараюсь читать, о том, что почему я выделяю тачку через... F5. Все потому, что коллизия у разных тачек разная, поэтому можем удалить спокойно платформу, а потом еще будет дополнительный гемор. Я на грув приземляюсь даже, ну, в принципе, ладно, потом посмотрим, давай посмотрим, куда ты приземляешься. Я лечу неплохо. У нас... Ну, это не будет экстра в любом случае. Да, экстра был на гелике, он у нас над островами. А, ну да. Ну, твой гелик. Твой гелик, да. И да, ребята, по палам, получается, там было 2-2, я так вспомнил, и получается, что сейчас 3-2 в пользу Юрчика. Ты, кстати, приземлился туда, куда у меня в предыдущий раз подла Веста. Ладно, допустим, пускай будет тут, а мы идем далее тогда. Ребята, 6-й раунд, и хотелось бы уже сейчас от рандома получить какую-то хорошую тачку. Ну неужели, что ли, такие? Варианты он мне будет сыпать. Угу. Ну, раздавили, возможно, Юрчика. Возможно, неплохо. Следующая тачка. Отлично. Но это не считается, подожди-ка. Почему? Это нестандартная машина. РК Руинер нестандартная машина, да. Не-не, я не про твою машина, говорю. РК Бандита. Так, я про свою говорил, которая мне выпала, это была обычно стандартная. Так, Audi и дрочный какой-то. Мы этот. Не берем вот эти... да ну нахер, две формулы. Я, короче, не буду фуфлядить, потому что у меня машинка прыгает и как бы... Ну, понял. Ладно, ребята, у меня не уверен, что прыгает, конечно, формула. Мы попробуем. Едет она, конечно, хорошо, но едет она максимально с 1200 вроде как. Ну да, как я... Я тебя даже обогнать успел. 1900. Давайте вот что покажу, как летают маленькие тачки. Не знаю, кстати, а если от первого лица... А, нету первого лица. Я понял. Ребята, ладно. При этом, кстати, твоя тачка летит как демон. Ну нет, похуже. У тебя чек энжин? Нет. Это у меня чек энжин, что ли? А что я там сделал? Наверное. Не знаю. Ну прикольно, чуть похуже. Ну да, у меня чек энжин на тачке, потому что я, видимо, ударился об вот эту вот трубу. 4-2, труба. Потому что проигрываю я немного. Ладно, Юрка. Я знаю, что надо делать. Мне нужна ваша помощь, пацаны. Пишите в комментариях, чтобы Юрки не завозило. И тогда мы, я думаю, сможем вытащить. Херово, старайтесь. Ну да. Что правда, то правда, на тебе, дьявола. Пацаны, хорошо старайтесь. Отстань. Все у меня прыгает. Она не прыгает.
У меня все прыгает, отстань. Я надеюсь, что это не тот автомобиль. Это тот, не ну да, все правильно. А у я, тебя короче, взял тяжелый AMG, если честно, я не знаю, тот это или не тот. Потому что есть медленный, а есть быстрый. А я на самом деле думал, что ты жука бы взял, да, и я что-то немного не понял твои деяния и не понял. Ну так интересней. Жук уже ради... слишком старый, чтобы его юзать. Ты прыгнул постоянно. Хорошо? Но мы плюс-минус летим одинаково. Сколько скорость у тебя была? 1250. Я лечу туда же, куда ты и ты даже 1150. А можно, пожалуйста... Да, хорошо, немного отрикошетило. Да, я на это озеро... Ну я еще прокачусь, конечно, но я не доеду, наверное, до тебя. Да. Короче, ребята, в любом случае получается, что 3-4 по баллам, и я же говорю, хорошо старайтесь, пацаны. Переходим к 8-му раунду, и сейчас, я думаю, Юрка просто... Я ему, главное, бал подарил, ну что, радуется, как ребенок маленький, понимаю. Так, я буду всему радоваться. Это хорошо. Центенарио, это круто, Центенарио, класс. Все любят Центенарио у нас. Так, это нормальный болид или стандартный? Да, это нормальный болид. Так, ну это говно, я возьму, короче, вот это добро, ребята. Центенарио вроде бы как летает, и это как раз таки тот факт. Это сразу? Возможность выиграть. Да, а чё нет-то? Плюс ко всему, у меня еще экстра мой. Да блин, чё ты мне мешаешь-то? А, так, у меня что-то багуется тачка немного, но вроде все нормально. А-а-а, я понял, что у меня за Мерседес. Чё у тебя за Мерседес? Но он... 1500 держит, да? У меня было, брат. 1500 у меня было, чтоб ты понимал. Куда ты приземлишься? 1600, кое-как, но 1600. Ну, плюс-минус мы одинаково с тобой летим, то есть как я бы... Я должен быть ну, лучше, потому что я очень легкий. Я очень легкий. А это я сказал, что я тяжелый. Это дрочный Мерседес, я его знаю. А, не, нихера. До свидания, охренеть. Все, полетел. Я приземлился. Серьезно? Смотри, как я лечу. Да, я он, вижу, короче, я встает на дыбки, но если правильно на нем ехать, вот 1500 я разогнал даже. Ну, есть такие мерсы, вот я даже помню банан, когда мы тебе снимали, ты тоже удивился, почему он полетел, а в итоге, ну, да, да, ребята. Из той же стихии. А, понимаю, понимаю, 5-3. Пацаны, что-то надо делать с этим. У меня есть к вам серьезный разговор. У меня, да, действительно. Разговор будет серьезным, почему рандом мне не завозит? А ну-ка, прямо сейчас Реджилья. Нормально. Хренатилья. И... Ау, чё ты, это хорошо. А, у тебя новый Lexus не летает. Новая Феррари бесфантовая. Новая Феррари, которая даже по идее не летает. Ну, тебе, наверное, ламбу надо брать. А, и ламбы даже нету. Чё тебе третья? Это чё? А, это не ламба, ёпта, я думал, это ламба. Так, ну-ка, это третья, ламба, ну-ка, давай-ка рандом. Нет, это не оно. Да ёб твою мать. Такой си, это Фурия. Фурия. Ну, я не знаю, что по этому. Тоже не знаю, что но... под капотом. А, Феррари? Нет. Серьезно? Новый Феррари? Она самая быстрая под капотом, поэтому... Ну, это был мой, потому что, ребята, 1400-1500. Спасибо большое, пацаны. Вместе с вами мы затащим. 4-5 уже у нас в кармане, мягко говоря. Смотри, как только я начну говорить про комментарии... Я еще не прыгнул на Феррари, поэтому что-то... Как только я сказал про комментарии, у нас все получается, пацаны. Потому что все-таки есть что-то в этом. Ну, в принципе, но я прыгнул 1250. Плохо. Я прыгнул при этом плохо. Смотри, какая у тебя Феррари по массе. Вдруг она вообще легкая и сейчас улетит, блин, куда... Куда попало, будет обидно. Не, даже чем Ригера уже, конечно, но ты... Не-не-не, 4-5. Я вообще там за Вайну там улетел, поэтому, братан, понятное дело. А, нет, ну... Получается, ребята, 4-5. Ну, конечно, да. 4-5 у меня, 3 тачки, у Юрки 2 тачки. Поэтому, ребята, сейчас главное победить. Спавним в следующей машинке. Фургончик. Понятно. Праздник нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий. Праздника вкус Аскари. Настоящий! Это он, думаешь? Не знаю. Но всяко лучше, чем все, что было там. Отлично. Так, у тебя получается Ауди. Ауди тоже прыгает. Большинство Бентли, потому что куски говна. Это он, брат. А знаешь почему? Нет. Потому что тебя, во-первых, обгоняют, во-вторых, он поворачивает странно. 1600. 1250, на самом деле. Тоже неплохо. Офигеть. Как будто сапатку разбили. Понимаю, ребята. Понимаю. Но при этом я не поставлю все-таки экстра, хотя эта Бентли могла, но она просто, наверное, перелетит гору. А ты куда приземлился, мне просто тоже интересно узнать. Это что у нас?
Магазинчик какой-то, возле церкви. Понимаю. А я на тусу к пацанчикам, к девчатам на яхту просто приземляюсь. Прикинь их удивление, когда Бентли падает просто рядом в океане. Понимаю, ребята. Но в любом случае получается, что 5-5 по баллам плюс мой экстра. Мы переходим уже к 11-му раунду. А, ты приземлился сюда. Понимаю. Но, в общем-то, ребята, все-таки работает-то, брат. Работает-то помощь. Только не Ютуба. В очередной раз, когда я говорю это, я прав. Это он? Дальше? Нет. Это новый. Ну да, это новый оказалось. Наверное. Я просто не знаю, вроде по шильникам смотрю, это новый. Вот, и так, а что мне выбрать? Что мне выбрать? Я, наверное, возьму, наверное, BMW, потому что... Хотя нет, она по скорости не маленькая. Блин, а Раптор, а чё по Раптору-то? А, ну тоже по скорости маленькая. Ну, значит, возьму, короче, я старенький Range Rover или новенький, я хрен знает. Но у меня вроде прыгающий Мерс. Да? Ладно. Насколько помню, да, прыгающий. Ну ладно. Так а что ты взял, что это не мой Range Rover? Не тот Range Rover, точнее. Так у меня же сверху не было этой хрени сверху. Есть. Она дополнительно ставится. А я посмотрел по названию RSVR-16. И это именно он, который прыгает. И который, ребята, уже... Третий, мать его, чит на прыжки подряд за сегодняшнюю рубрику. Ну да, при этом я не сам это спавню, это вот именно рандом мне выдает. Ребята, походу это еще и новый экстра, если я не ошибаюсь, потому что я не вижу гелика где-то здесь. А где он, выше, ниже? Ну где-то примерно он где-то здесь должен быть, поэтому если перелетишь, ниже. Будем уже сравнивать. Да, ниже. Ниже, да, получается? Ну, на 100 метров где-то ниже. На 100 метров ниже. А, вижу его, да, он получается там над этим, как раз таки, над яхтой. Ну и это получается, ребята, новые экстра баллы, 6-5 по баллам. А мы переходим к спауну следующих тачек и давай смотреть, да, а что чё, вы пойдете. Магнум? Да ладно, Одиссея сразу упала еще, понимаешь? Отвечай, не спаунил, ну потому что я бы не успел быстро после Магнума заспаунить байк никак. Моментально в ту же секунду. Ну ладно, офигеть, допустим, пусть будет это так, это не летающее. А дай на Одиссей прыгну. Он не летает же. Эрмод, это новый, который. А, ну новый не знаю. Новый не удалил. Блин, я бы прыгнул лучше бы на Одиссей, но в любом случае на Камара у меня нету нитро, поэтому давайте проверим, как Камара летит. Магнум там так, мы знаем, как он летит. Магнуму надо не ударяться, главное. Опять, кстати, при ударе развернул немножко машину. Ну, блин, но можно плохо. Было бы сначала дать Магнуму, а в следующий раз дать его Одиссею. Вот это надо давать, а не сразу высыпать все козыри в один раунд. 1060 я прыгнул, это будет, наверное, все-таки универмаг, ребята, все туда тачки приземляются. Давайте смотреть за Юркой, там интересней. Там интересней, при этом... Очень высоко, и не вижу я твоих тачек вообще. Это экстра, брат. Это экстра, кстати, тормозись. А мы Бэхи удаляли с этими родстерами вначале? Да, вроде или нет. Я не помню. Ростер, по-моему, остался, и Бэху я вроде бы удалил. На самом деле, мы даже не надеялись, что упадут вам три прыгающие машины, поэтому, ну да. Кстати, это 4 чита. Это намного выше. Да, это намного выше. 4 чита в одной серии, ребята. Максимально невероятная какая-то серия, максимально офигенный дроп. И при этом у нас по баллам 6-6 плюс твой экстра теперь уже. А у нас осталось всего 3 раунда. Стандарт. Не, на самом деле, у меня такая серийка один раз была, не помню, с тобой или с Ваньком снимал, там чисто одни прыгающие тачки. И опять жук, I8. Хочешь второй раз прыгнуть? Range Rover. Так, я прыгну на i8. Tesla, потому что такси, выбора другого Volkswagen нету. Страшный, переспауню. И а я, Dragster, не переспаунил, поэтому не надо мне тут пофляндить. Ну и ладно, все равно жуки прыгнут. Почистите, пожалуйста, я прыгну. Прыгну, почистите, ну, пожалуйста. Подождите, блин, платформу почистил случайно. А вот я говорил, что надо выделять тачку, тогда есть больше шансов. Кто не зафуфляндишь. Так, ладно, смотрим, а что у тебя по жуку? Тот не тот, кстати, ли он? А сейчас потому будет что интересно, меня, в принципе, улетел бы я тогда дальше или нет? Я что, в тебя врежу, да? Сколько нет. Ты по скорости? 1800 или 1000... Нихуя себе! Что там такое? Нихера, а ты что, все? В смысле он так полетел? У нас что, 2 жука? Да. Серьезно? Вроде как да. А чё он так полетел-то, нихера себе? Жук-то он там прибит, разгонял. Да? На моем прыжке жук падает в городе. 1300 в конце вроде где-то там он, да. А этот еще он летает очень хорошо. И тем более ключу. Он еще с чекай, этими. Чекай! Блин, да ладно, ну почти, да, это почти. Было бы идеально. Слушай, если бы ты залетел, я бы сказал сразу, все, твоя победа. А так, ну ладно, блин. Это вообще охренеть. Это было очень близко. Расчехлил бы, такого никогда в жизни у нас не случалось, но, как вы видите, ну, не да. случилось. Не, ладно, на, ребята, на билборды 7... присоединялись, там приземлялись, да, ну так. Да, 7-6 по баллам, остается 2 раунда, давай спаунить.
Гротти. Хрень какая-то. Мне надо победить во всех двух раундах, и тогда будет моя победа, ребята. Ой, где я? Ёпта. Я вернулся. Дайте мне еще одну тачку. Это Егор? У меня тут что? А он прыгает или не прыгает, я не помню. А какая-то вот такая машинка есть, которая прыгает, а вторая не прыгает, поэтому... Я не буду рисковать, я возьму все-таки, наверное, RAV. Потому что у тебя выбор, в принципе, из двух нелетающих тачек, поэтому давай догоняй. Блин, нет, да ладно, зачем я удалил? Насколько я знаю, просто я вот на этом тракторе не прыгал ни разу. Подожди зачем меня. Зачем я удалил ту тачку? Да, у меня тут сложно все. Как и с семейным положением. Все сложно. Да ну да, это она вообще Unreal, я на ней не смогу заведи прыгнуть. Заведи себе мартышку. А, так зачем, если ты есть? Ну, я ж с тобой не живу. Ты прыгнешь, нет, сегодня? Тебе надо пролететь, ты всего ничего, кропаль. Я лечу кропаль. Я разогнал кое-как 600 там, или даже 700. Перелетаю? Я не вижу тебя. Перелетаю? Наверное, да. Если, я вижу тебя, ты внизу. Я туда же упал. Но только чуть дальше получается. Понимаю. Ну, вообще отвратительно, Драйстер, прыгнул. Ну, у меня отвратительный рап, который я толком не прыгал. Тачку. Ну, ничего страшного, зато 7-7 по баллам, если судить по твоему экстра баллу, и поэтому давайте смотреть, что сейчас будет, кто ты победит. Последний раунд, да? Так, да, последний раунд у нас получается так, самолет, это все понятно. Можно мне тачку, только не Форд! Кока-кола. А у меня здесь Форд, ровер новый М6-я. Пап-пап-пап-пап. Блин, это BMW, да, кстати, которая, по-моему... А у меня выбора нету. Я не знаю, у меня просто нет выбора. Либо прыгающая, либо нет, но ровер точно будет. Сейчас жди меня, я ставлю нитро. Ну и, собственно говоря, ребята, старая BMW против новой BMW. Давай попробуем, кто будет дальше. Кто все-таки заработает этот балл и кто все-таки... А, понимаю. Не. Сколько? Без шансов. 1600. Понимаю, ребята. М6, ну, мне не выспало. Какая-то. Ну да. Мне не выспало, к сожалению. А Юрке, в общем-то, высыпало. Ну и в итоге, ну, ребята, получается, серия. Хотя бы летающие тачки были. Серия офигенная. Офигенная. 4 чита подряд практически в одной серии. Это очень круто. При этом у меня 3 чита было, и у тебя один. Магнум, который, собственно, и принес тебе победу. Поэтому благодарю его. Там Одиссея была, которая летала, это тоже вроде неплохо. Но она бы не побила мой экстра балл, и тогда бы выиграл бы я. А у меня в итоге, ребята, Грувстрит. Ну и получается, что на этом мы будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки и пока.